такой короткий, очень маленький скетч в буквальном смысле этого слова. Поскольку я быстро скажу, это, собственно, и есть скетч и спич формат. Опять лежит вот в такой барсетке сумки с набором карандашиков, папочка из полиэтилена самодельная, склеенная с помощью тоже скотча. Скетч, спич. Вот, значит, в ней же, в этой папочке, как вы видели, с обратной стороны у меня карандаши несколько штук и несколько листов бумаги, но в последнее время я беру картон разноцветный, потому что с ним гораздо удобнее работать. Итак, сегодняшняя моя демонстрация – это чисто техническая. Я вот хочу рассказать, как устроено это, этот девайс мой. Это А5 формат, под него подобран, именно под него, под А5 я взял, купил эту барсетку, сумку, которую ношу сбоку или на грудь, а папочка, которая, ну, буквально чуть ли не в карман входит, в боковой, с несколькими карандашами, и картонки, которые, в общем-то, не нужна прищепка никакая, просто вот в этой папочке полиэтиленовый уголок, сделан полиэтиленовый уголок, тоже с помощью скотча. Туда втыкается один уголочек бумаги или картона, и он, в общем-то, держится. Вторую сторону держишь вот пальцем левой руки, да? И там же под пальцем левой руки обычно у меня 1-2 карандаша. И рекомендую такой тонированный картон, черный карандаш или черное перо, и белила или какая-то цветная пастель, светлая, с определенным тоном. Вот этих трех материалов, то есть фон, линия, пятно пастели и пятно штриховки, это вот минимум минимора, который позволяет решать лаконичные и очень интересные задачи. Ну, о задачах, которые ставятся вот в таких упражнениях, в таких рисунках, в таких эскизах, скетчах, ладно, буду говорить я это слово, которое мне не нравится, мы поговорим отдельно. Сегодня я просто хотел вам сказать, как оперативно можно быстро, буквально на ходу, за 3-4 минуты сделать, ну, не совсем плохой рисунок, да? И по ходу решить в этом рисунке очень много задач, о которых мы поговорим попозже.